Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Дневной разворот, он же мужская пятница, продолжается на 101.0. Николай Голиков, Владимир Сметанин, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Да, у нас остался опрос с первого часа. Да, у нас была в первом часе познавательная беседа о налоговых льготах. И мы вам задавали вопрос на нашем сайте kirova.ru, а также на нашей странице ВКонтакте. Разбираетесь ли вы в вопросах налогового законодательства? Картинка, в частности, на странице ВКонтакте чуть поправилась. У нас там 70% час назад было. Нет, никогда об этом не задумывался. Ну, вот сейчас 53%. Ну, это, видимо, следствие нашей программы. В процессе эфира, видимо. И стали разбираться. Да, ну и, соответственно, да, в необходимых мне пределах 46%. Что касается нашего сайта, то там больше людей, сведущих в налоговых вопросах. Правда, отрыв небольшой, 55%. Да, в необходимых мне пределах разбираюсь в вопросах налогового законодательства. Ну и, соответственно, 45% нет, никогда об этом не задумывался. То есть регулярное общение с представителями налоговой службы дает свои плоды. Да. Слушатели «Эхо Москвы» становятся все более и более налогово грамотными. Ну, кстати, не в последний раз, я уверен, мы беседуем с представителями налоговой инспекции, так что будем открывать какие-то новые стороны налогового законодательства и будем, собственно, вас об этом информировать. Ну а что, теперь у нас прям-таки историческое событие в нашем эфире, да? У нас в гостях гости из Италии, из Милана. Это Элеонора Челана, ассессор по культуре и туризму правительства региона Ломбардия. Добрый день. Бонджорно. Бонджорно. Да. Помогать нам общаться с Элеонорой будет переводчица Полина Скрябина. Добрый день, Полина. Добрый день. Добрый день. Ну что, все мы прекрасно знаем, что у нас в Кирове проходят дни итальянской культуры на Вятке. До конца марта на разных городских площадках будут проходить, уже проходят различные выставки, мастер-классы, языковые практикумы для детей и взрослых. Все это вот в рамках как раз-таки программы дней итальянской культуры на Вятке. Ну, мы прекрасно знаем, что Элеонора прилетела в наш город вчера. Да? Правильно. Да. Вчера. И, собственно, ну, простой вопрос хотелось бы задать. Как город? Что успели посмотреть? Какие ощущения? Впечатления? Cosa tu hai visto in Kirov? Cosa ti piace? Cosa fatto? Tu sei arrivata ieri? Dimmi qualcosa. Esatto, allora io sono arrivata solamente ieri sera a Kirov e di conseguenza ho avuto modo di visitare poco la città. Però la cosa che mi ha colpito molto è l'ospitalità da parte delle persone. Я прилетела вчера вечером и не увидела, не видела совсем немного в этом городе, но уже могу сказать о том, что гостеприимство города открывает все двери. E poi ecco, ieri sera mi è capitata una cosa molto particolare. Ho avuto la possibilità di essere ospite in una famiglia appunto di Kirov che mi ha fatto provare quello che potrebbe essere un momento conviviale di cena tipica, tradizionale russa. И вчера мне предоставилась возможность провести ужин в кругу российской семьи, увидеть российское гостеприимство, попробовать традиционные блюда. В том числе я вегетарианка, поэтому это составило небольшую трудность для российской ментальности, потому что основным блюдом является мясо. Но в то же время ей понравилась атмосфера в доме, ей понравилось общение с детьми, потому что там были дети в том числе. То есть там было представлено 3 поколения, то есть старшее поколение, затем дети и маленькие малыши. То есть она пообщалась со всеми, несмотря на языковой барьер небольшой, ей очень понравилась атмосфера, как люди отнеслись. То есть она прочувствовала полностью русскую душу, и ей нравится, она хочет остаться дольше. Элеонора, а вы вообще когда впервые услышали о городе Кирове, о том, что он существует? Вот накануне поездки своей? Quando tu sei prima volta ascolta di Kirov? Come tu lo sai questo posto? Beh, la prima persona che mi ha parlato di Kirov è stata proprio Polina, nel senso che Polina sta studiando, ha finito ormai di studiare all'università a Milano e spesso e volentieri è capitato che mi parlasse del suo paese, della sua città di origine. E sono rimasta molto colpita dalle sue descrizioni, anche perché spesso quando si parla di turismo e cultura
si tende a dare importanza a quelle che sono le città più importanti. Ad esempio in Italia, Milano, Torino, Firenze, Venezia. E spesso ci si dimentica di tutto quello che sta nel mezzo, che in realtà è la vera cultura e la vera tradizione russa e italiana, dove si possono vivere le esperienze vere legate al territorio. Первый раз я услышала о Кирове, потому что в соответствии с личным знакомством, так как... Вы давно знакомы? Да, мы знакомы. Это я уже понял, да, по разговору. Потому что я закончила университет в Италии, только что в понедельник получила лавр магистрали в маркетинге и прохожу стажировку в правительстве региона Ломбардия. Поэтому мы знакомы. Uh-huh. Вот. И я рассказала о своем городе, ей очень понравилось. И многие европейцы уже отходят от той тенденции, когда они хотят посетить большие города, то, что посещают с туристическими компаниями. Им хочется что-то интересное, поэтому очень многие европейцы едут в Азию, потому что там не развит так туризм. И они хотят что-то специфическое узнать. И в том числе и захотелось поехать в Россию и... Именно в Киров, потому что она хотела прочувствовать настоящую душу. То есть она хотела увидеть Москву очень быстро и в то же время посетить и понять вот ментальность, культуру и как люди живут, простые люди, в глубинке. Поэтому она выбрала Киров. Я хочу пояснить нашим слушателям, да, вот чтобы узнать уровень Элеоноры, да, ассессор по культуре и туризму правительства региона Ломбардия – это должностное лицо. Ну, да, да, это, вот это по-русски говоря, чиновник. Да, да. Это чиновничья должность, соответственно. Причем не маленький. Да. Ну, у нас, вот, например, есть на уровне правительства области департамент культуры, а, соответственно, в правительстве региона Ломбардия, ну, такой департамент, вот, он объединяет и культуру, и туризм, и образование. Вот, вот так вот. Я могу ответить на этот вопрос, потому что я в курсе этого вопроса. Идет отличное разделение. Культура и туризм — это два разных департамента в Италии. То есть это не находится под одним. Но также это сводится в одну структуру. То есть ответственное лицо выполняет функции за культуру и туризм. Но в то же время они разделены. И Элеонора ответственна за туризм в регионе Ломбардия. Ну и, собственно, переходим к цели уже вашего визита в наш город. Дни итальянской культуры. Какие мероприятия? Где вы участвуете? Perché tu sei in Kirov? Come invitata? Cosa vuoi fare qua? Certo. Allora, io ho ricevuto l'invito da parte dell'ufficio del Dipartimento di Cultura della regione di Kirov tramite appunto il link, il network con Polina. E l'obiettivo è un po' quello di cercare di confrontarsi su quelle che sono le politiche che vengono adottate in Regione Lombardia e in Italia proprio sulle materie turismo, cultura e anche tutto quello che riguarda l'imprenditorialità, quindi il business. Да, можно уже, да. Но она приехала в Киров по приглашению МИДа и Департамента культуры Кировской области в лице... Павел Николаевич Сырцев возглавляет, да. Павел Николаевич, глава департамента. Целью визита являются три направления. Первое направление – это работа в туристическом секторе, и она хочет наладить контакты между регионами. Вторым направлением деятельности является культура и образование. То есть она хотела бы подготовить проекты документов для налаживания сотрудничества между Вятским государственным гуманитарным университетом и Государственным университетом Милана. И третья цель ее визита – это предпринимательская бизнес-сфера, потому что она сказала, что она попробовала продукты Кировской области, ей очень понравилось, потому что вчера за ужином ей представили молоко кировских производителей, сыры, а ей очень понравилось. Но в то же время она заметила, что есть небольшие, так скажем, возможно, улучшения продуктов, и с этой стороны – регион Ломбардия и Италия в целом может предоставить возможность российским предпринимателям пройти обучение или могут быть приглашены итальянские специалисты для усовершенствования технологий по производству. Также она говорила о том, что, как известно, желато – это мороженое в переводе с итальянского на русский. Она сказала о том, что
самое лучшее мороженое в мире — это в Италии. Вот. Также, если есть заинтересованность в этом, то технологии и соответствующие сопровождающие все продукты, все-все-все может быть также организовано в Кировской области. То есть свежее мороженое. Perché la cosa importante, interessante, è che quello che è il patrimonio culturale o quelle che sono le risorse turistiche di fatto appartengono ad una società e bisogna sempre contestualizzarle a quello che è il territorio in cui sono inserite. Quindi il monumento o il museo deve essere messo di pari passo con le strutture ricettive, i ristoranti, le gelaterie e tutto quello che è la realtà legata al business. Потому что она говорит, что с этого года в Италии введена новая программа, что они позиционировать решили регион со стороны территориальной. То есть это включает в себя, так как они решили позиционировать как территорию, это включает в себя и все бизнес-структуры, потому что это и hospitality, то есть это и отели, и bed and breakfast, и желатерии, то есть мороженицы, и рестораны, и в то же время heritage, то есть это... какие-то памятники ЮНЕСКО, музеи и, соответственно, то есть культурное, все вместе. Потому что, как известно, как она уже сказала, будет экспо в Милане. Это большая всемирная выставка. Будет представлена, по-моему, все страны мира будут представлены там. И Россия в том числе. Сейчас Россия строит большой павильон. Вот, и они решили продвигать регион Ломбардия в территориальном смысле. Полина, это вам вопрос, можно не переводить. Мне что-то обидно стало за наше мороженое. Вы-то пробовали и наше мороженое, и итальянское. Какое лучше-то все-таки? Ну, мне нравятся оба типа мороженых. Здесь сплошная дипломатия. Никто тебе никакой правды не скажет, Володь. Ну, а также Элеонора вчера попробовала российское мороженое. Ей очень понравилось. То и травата, ери, джелато. Ah sì, assolutamente. Ieri sera a casa di Polina ho avuto modo di assaggiare il gelato homemade in Russia. Molto buono. Это значит, что очень вкусно и понравилось российское мороженое. Она попробовала вчера. Что касается мероприятий в рамках, да, дней итальянской культуры на Вятке, где вы уже успели побывать и где еще будете? Да, где еще будете? Какая программа, в общем, на сегодня, скажем так, на завтра, может быть? Cosa voi visto e cosa voi fare oggi come programma culturale tutto cosa? Certo, allora, la giornata di oggi mi sembra di aver capito che è molto intensa. Abbiamo iniziato con una prima visita a quello che è il museo tradizionale della città di Kirov ed è stato appunto molto interessante per cercare di capire quello che è la storia locale e il luogo appunto in cui ci stiamo trovando. Poi appunto nella giornata di oggi avremo anche la presentazione di una sorta, diciamo così, di vernissage, di inaugurazione della mostra di un artista italiano che esibirà le sue opere per la prima volta a Kirov dopo aver essersi spostato in altre città, in altre regioni della Russia. E nel frattempo scopriremo quelle che sono le diverse risorse del territorio dal punto di vista sia culturale che paesaggistico, muovendoci proprio tra le vie della città. Она говорит о том, что со вчерашнего дня, как она только прилетела, началась очень активная программа. Она увидела город в темных красках, так скажем. По ночному городу прокатилась. Ей очень понравился Октябрьский проспект с большим количеством огней, большая улица. Ей понравилось. Да, основная магистраль, да, собственно, да. Города. Потом посмотрела театральную площадь, театры, синема. Все обсмотрела. И сегодня утром началась культурная программа, потому что она приехала в целях туристического визита. И она хотела узнать особенности Вятской глубинки, что конкретно может привести, что может заинтересовать людей в Италии. И она увидела музей Васнецова, сегодня уже была там. Ей показали дымковскую игрушку, рассказали о производстве дымковской игрушки. Ей очень интересно, заинтересовала ее. И, соответственно, так... все это вы переводили? Конечно. Да. В то же время ей рассказали о художниках, российских художниках, которые какое-то время писали картины на территории Италии. Ей было тоже очень интересно.
Вот. Рассказали о других видах народного творчества, о фольклоре, о росписи по дереву и других видах фольклора. Также сегодня она запланирована открытие выставки итальянского художника в галерее «Прогресса». Она обязательно будет там. Матео Баатто. Матео Баатто. И в то же время мы разговаривали с Натальей Пышко о том, что у них существуют уже подготовленные выставочные материалы, которые могут быть отправлены в Италию и выставлены там. То есть Элеонора была заинтересована также в этом, как она об этом сказала. И сегодня она хочет увидеть эти выставки. То есть Наталья сказала, что там существуют какие-то эксклюзивные фольклорные достояния, что-то очень уникальное для Кировской области и для России в целом. Элеонора была заинтересована, то есть она хочет увидеть это все, чтобы привести какие-то результаты. Что касается официальных встреч с руководством региона, что это будет и что планируется сделать в рамках этих встреч? Анкету вой оджи контраре говерно. Коза твой одето, коме ту пенси, квесто... Allora, sì, mi piacerebbe molto confrontarci su quelle che sono le politiche che vengono adottate dal governo della regione di Kirov e fare un raffronto con quelle che vengono adottate in Italia e nello specifico da Regione Lombardia, anche perché non escluderei la possibilità eventualmente di poter innescare dei meccanismi di partenariato o di collaborazione, di partnership tra quelle che sono le due regioni proprio per quello che riguarda il discorso di collaborazione nella valorizzazione della tradizione, della cultura e dei prodotti locali. Сегодня у нее состоится встреча с главой департамента культуры, и они бы хотели подписать какой-то протокол или о том, о будущем сотрудничестве. Постановление между... о намерениях. Протокол о намерениях. Да, протокол о намерениях. Да, протокол о намерениях. И в этом протоколе они хотели бы отразить сотрудничество между регионами, то есть в трех секторах, как она уже сказала. Это культура и туризм, образование и, ну, возможность каких-то бизнес-контактов. То есть она бы хотела помочь со стороны региона Ломбардия в просвещении во всех возможных заинтересованных с Кировской области стороны. И, Понятно. А вот вопрос такой, Элеонора, вот вы говорили уже сегодня, что одним из пунктов будет общение с нашим вузом, да, с нашим гуманитарным университетом. Вот что вы ждете как бы вот от этого сотрудничества? В какой форме вы планируете вот это вот? Это будет либо обмен студентами, либо что-то еще? То есть как вот вы видите такое вот общение двух вузов? Ну, этот вопрос я бы скорее ответила, потому что Элеонора объяснила мне уже до этого. И заключается в том, что возможно возможность российских студентов поехать, потому что в Италии есть возможность учиться российским студентам на английском языке. То есть Элеонор, она не представляет вуз, она представляет правительство региона, но она выступает как медиатор. То есть она может... Координатор. Медиатор, то есть... Ну, посредник. Да, посредник. Она может посодействовать в том, чтобы сотрудничество было организовано быстрее, качественнее, и какие-то особенные возможности были выделены российским студентам. Но это будет все решено конкретно после встречи. В данный момент, так как прилетел только вчера вечером, еще не состояли встречи. Но в планах есть обмен студентами, есть какие-то специальные программы студенческие и языковые курсы. Все, что интересно будет вузу, она готова принять, так сказать, и отразить в документе каком-то, который будет подписан между двумя между сторонами. Между двумя вузами, да, уже потом, как бы, да. Уже позже. Понятно. Ну, что-то мне подсказывает, раз Элеонора прилетела, то документ будет подписан. Что ж, улетать не подписав, что ли? Она очень надеется на это. Я тоже так думаю. Тем более в этом заинтересована не только итальянская сторона. То есть 100% уверен, что и Кировский вуз в этом. То есть это будет решаться при личной встрече, да, уже... глядя в глаза друг другу, да? Мы надеемся. Я хотел бы спросить Элеонору, вот в рамках этих мероприятий, вот посещаете там, какое впечатление у вас сложилось о русских мужчинах? Вот хочется меня спросить. Она довольно странная, мама бабайна. Как ты думаешь о мужчинах России? Oh, non lo so perché in realtà siete i primi che incontro perché ho solo incontrato donne.
Она сказала, что на самом деле она не может ответить на этот вопрос, потому что вы первый мужчина, которых она встретила. Потому что со всеми, кем она вела контакт до этого, в ходе бизнес-встреч, это были женщины. У нее впечатление сложилось, что Россия представляет российское общество. У Леоноры все еще впереди. Николай, ну нас нужно было об этом предупреждать. Мы хотя бы приоделись, принарядились, не знаю, костюмы как-то надели. Ясно. Еще о планах. Что еще будет? Как долго вообще вы пробудете в Кирове? Per lungo tu sei qua, qualcosa un altro per tuo plan. Per quanto tempo tu sei in Kirov? E qualcosa altro tu vuoi fare qua? Tuo plans? Certo. Allora, io rimarrò qui in Kirov fino a domenica mattina. Dopodiché Milano mi richiama e quindi devo tornare a casa. E beh, chiaramente oltre a partecipare a tutti gli eventi che sono stati organizzati in occasione di questi 4-5 giorni dedicati alla cultura italiana, la cosa che più mi piacerebbe fare è cercare di incontrare il più possibile le persone, confrontarmi con le persone, cercare di capire cosa si pensa, cosa si fa, come si vive nella regione di Kirov, in modo tale da scoprire quello che è veramente la città. Quindi mi auguro di vivere un'esperienza molto legata a quelle che sono le persone e le realtà di questa regione. Она будет оставаться до утра воскресенья и улетает на самолете в воскресенье утром. И в ее планах ей хочется очень узнать русских людей больше, узнать традиции. И ей интересно со стороны правительства региона Ломбардия. Ей хотелось бы узнать лучше, чем люди заинтересованы, что может регион Ломбардии им предложить, потому что она приехала с таким визитом, как бы посмотреть, что, какие программы она может предложить со стороны региона. То есть она никогда не была в Кирове, не была в России. Соответственно, наше руководство, они также хотели очень приехать, но не получилось, наше прям руководство. Не получилось приехать в связи с тем, что сейчас оканчивается первая декада. Вот. Но они очень бы хотели в летний период приехать еще, может быть, когда будут разработаны какие-то конкретные программы, подписать что-то. Они очень заинтересованы в сотрудничестве региона Ломбардия. И, может быть, немножко сказать о регионе Ломбардия. Это северный регион Италии, самый большой, самый богатый регион. Вот. И они заинтересованы. И она должна подготовить, так скажем, базу для руководства, с которой она приедет туда. И там уже будет обсуждаться что-то, как бы подготавливаться какие-то конкретные документы. И в соответствии с этим возможно дальнейшее сотрудничество, дальнейшие проекты совместные. Потому что также вчера она познакомилась с Центром международного сотрудничества, заместителем главы Центра международного сотрудничества. И у них также есть какие-то интересные проекты по туризму. Так как она возглавляет туристическую отрасль, то у них уже какие-то наметились планы конкретные. Вот, вот я как раз, да, конкретики хотел бы добавить. Есть какие-то уже готовые проекты, обкатанные, возможно, да, где-то, которые вот прям можно уже применить к взаимоотношениям Кировской области и Ломбардии? Вот что это такое уже? Domande che tu hai progetti, per esempio speciali che tu vuoi realizzare adesso in città. In regione Lombardia? Sì, sì, regione Lombardia e Kirov insieme. Certo. Allora, in regione Lombardia ci sono molti progetti che stiamo cercando in qualche modo di portare avanti, che sono progetti di supporto ai territori. Sono progetti che seguono una metodologia ben precisa, ovvero si inizia con valutare, accompagnare i territori nel valutare quelle che sono le risorse che hanno a disposizione, quindi gli asset strategici su cui effettivamente investire e quello appunto da portare avanti. Poi l'obiettivo è quello di cercare di capire quali sono i soggetti del territorio che possono collaborare fra di loro e come possono collaborare per creare una rete di partenariato forte, in modo tale da
rendere completa quella che è completa e forte quella che è appunto la tipicità, la l'elemento caratterizzante del loro territorio e farsi conoscere così su scala più ampia. La cosa interessante è che sono nati molti progetti in questo modo dai diversi territori, ad esempio la provincia di Cremona, piuttosto che dalla provincia di la zona dell'Alto Milanese, la provincia di Lecco, e potrebbe essere molto interessante cercare di studiare insieme questa tipologia di progetti e cercare di capire se il metodo per valorizzare i territori utilizzato in queste realtà è possibile riutilizzarlo anche nella regione di Kirov, in modo tale da essere in qualche modo allineati e adottare delle politiche di sviluppo dei territori che siano realmente efficaci, efficienti e sostenibili nel tempo. Mm-hmm. Ну, в плане информации много, да, прозвучало, насколько мы понимаем. Первое, что хотел сказать, в плане туризма и культуры будет осуществляться выставка российских художников в регионе Ломбардия в мае. Уже в мае, да? Да, в этом году. Это первый. Значит, это как бы конкретный проект. Затем сейчас уже существует регион Ломбардия, подготовил проект, который называется A Complete Education Program on Agri-Food Excellence. Это о том, как идет переработка первичных материалов, то есть, допустим, молока, как можно производить, куда можно использовать отходы. И они бы очень хотели организовать программу, которая бы обучала с российской стороны и с итальянской стороны. То есть хотели бы найти каких-то партнеров, контактов, и об этом она сегодня будет говорить, непосредственно обсуждать это. И я думаю, что будут какие-то конкретные результаты уже. Uh-huh. Вот. И к тому же она говорит о том, что кроме того, что в регион Ломбардия сам как регион, у него существуют маленькие подобласти, в которых тоже существуют большие, допустим, культурные объекты культурного наследия, как замки, памятники ЮНЕСКО или агрикультурные холдинги, где можно было бы приехать русским предпринимателям и посмотреть, и научиться обменяться опытом. И она думает, что в ходе сегодняшнего дня она наладит какие-то контакты и будет создан конкретный проект. Именно вот под это, потому что в этом есть заинтересованность с обеих сторон. То есть поступали предложения, есть с итальянской стороны группа людей, которая заинтересована, и с русской стороны уже связка торгово-промышленной палаты обсуждались вопросы, и думаем, что к концу ее визита будет что-то конкретное. Угу. Так, уважаемые гости, у нас сейчас небольшая пауза, тайм-аут, и вернемся через пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Мужская пятница», она же «Мужской», простите, «Дневной разворот», несмотря на то, что у нас в гостях две дамы, да. Элеонора Челана, асессор по культуре и туризму правительства региона Ломбардия, и помогает нам понимать итальянскую речь Полина Скрябин, переводчик. Ну что, продолжаем. Элеонора и Полина, я не знаю, как вот к кому конкретно здесь обратиться. Вот вы уже говорили так немножко вскользь о том, что скоро в Милане будет очень крупное мировое событие, выставка «Экспо». Вот. И понимаете, вот я думаю, что здесь, в Кирове, да, все-таки мы достаточно далеко находимся от каких-то таких центральных линий. Может быть, просто люди не очень понимают, какое они отношение могут иметь к этой выставке, хотя на самом деле, как я понял, они очень даже могут в ней поучаствовать. Вот нельзя ли чуть поподробнее рассказать об этом событии? Да, конечно. Мы неоднократно с Элеонорой это обсуждали. Я могу напрямую вам рассказать об этой выставке. Например, вы знаете, почему была построена Эйфелева башня? Это было приурочено к выставке «Экспо». Угу. Да, и то же самое, такого же формата мировое есть... событие происходит сейчас в Милане. То есть это строительство башни? Нет. Это та же самая выставка, только через много лет. Да, например, следующая выставка будет в Дубае. Это мировое событие. Я имею в виду, что эти выставки проходят, по-моему, раз в 5 лет, к нему готовятся 5 лет, к этой выставке, и сейчас строятся павильоны, российский павильон, очень шикарный в виде большой, огромной, красивой лодки с нашим триколором. То есть это очень красиво все. Идет большая промоушен российских компаний. То есть в российском павильоне
могут быть выставлены, я так понимаю, российские компании, они могут найти новых, новые рынки сбыта, открыть для себя, найти новые, новых партнеров, или если им требуются какие-то специфические поставки продуктов в Кировской области, они могут найти, потому что помимо того, что будет каждой страны павильон, то есть там будет около 100 павильонов огромных, также там будет представлено 5 кластеров, например, кластер пшеницы, кластер какао, кластер кофе. И другие. И то есть в этом кластере, например, кластер кофе, будут представлены все мировые производители кофе. Огромное количество, все страны мира. То есть вы можете приехать, и весь ассортимент всего мира будет на ладони у вас. То есть вы можете подойти, просто поговорить, найти новые контакты, может быть, заинтересовать своей продукцией кого-то. И, например, кировские предприятия могут приехать и найти новые рынки сбыта, потому что действительно это мировое событие. Милан ожидает прибытия более 10 миллиардов людей в течение лишь... Миллиардов? Ну, миллионов, наверное, все-таки. 10 миллиардов у нас на планете не живет, к сожалению. Миллионов, извиняюсь. Миллионов. И события мирового масштаба. Вот. И люди должны как бы наслаждаться, потому что там будут также представлены различные тренинги, семинары о том, как накормить планету, как правильно питаться. Также будут представлены диетологи и различные тренинги и семинары. То есть может быть полезно для бизнеса с любой стороны. Мы поговорили, да, уже об этом за эфиром. И действительно, у кировских предпринимателей есть такая возможность пробиться на это событие. Достаточно обратиться в департамент культуры. Да, можно в департамент культуры Кировской области, и либо в представительство МИД России, точнее, в отделении. Дел, в отделении, да, отделение, да, есть у нас. Вот, контакты можно легко найти в интернете, собственно. Да. У нас остается буквально пару минут. У меня такой еще вопрос есть. Вот, Элеонора, в курсе ли вы или нет, но одна из особенностей русского человека — мы любим очень все ругать. Вот ругать очень любим. Власти ругаем, соседей там своих ругаем, культуру в том числе ругаем частенько. Вот ругаем, в частности, за то, что мало денег на культуру выделяется. Да? Нечто подобное в Италии есть, в Ломбардии? Как граждане Италии к собственной культуре относятся? He wanted to ask, because in Russian tradition, like, we also complain about everything. So he wanted to ask, is it the same in Italy? You complain about everything? About culture, about everything? Like, is it often to complain about something? Beh, sì. Неожиданно так думаю. Sì. Quindi, non ho capito la domanda. Anch'io. Like, do not complain. Like, you don't like your boss, you don't like your job, you don't like culture, you don't have enough money to do your project, so you all the time complain. So it's in mentality of Russian people, he said so. Mm. So is it the same in Italy, he asked, or not? I don't know. Ну, Полин, в общем, Владимир, ты поставил затруднение. Полин, ну вы-то как человек, собственно, в Италии знающий, как там... Может быть, даже со стороны больше, чем итальянцы. Как Элеонора сказала, это трудный вопрос. And in Italian you will say «бо». It means I don't know. Я не знаю ничего. Но я думаю, что в какой-то мере есть. Но разница заключается в том, что люди, они более активны, что ли. И когда они возмущены, то они выходят на протесты. И они показывают свое недовольство. И в этом случае власти стараются что-то как бы изменить больше. А мне кажется, разница в том, что в России люди не возмущаются публично так сильно, как в европейских странах. В этом разница. То есть, если европейцы возмущаются, то они это показывают. Да, 41 минута на часах, нам пора закругляться. Большое спасибо нашим гостям за то, что заглянули сегодня в нашу студию. Элеонора Чилана, асессор по культуре и туризму правительства региона Ломбардия. И Полина Скрябина. Большое спасибо, удачи вам. И я думаю, что ну, будет прекрасно, если еще с вами встретимся. Вам спасибо, да, большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Grazie mille. Arrivederci. 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 Да.